Это великолепное начинание добрых людей, ярмарка добра. Только добро может сделать мир красивым и счастливым. И вот сегодня здесь собрались люди, которые действительно делают это добро. Я благодарен организаторам, отделу молодежи, центру «Звездный». Я благодарен участникам, которые здесь выступают так самоотверженно. Я благодарен людям, которые, несмотря ни на что, заботятся о животных. Понимаете, когда мы будем заботиться друг о друге, тогда у нас все получится. Я желаю вам всем добра, счастья и мира.